Здравствуйте! Рад приветствовать вас на своем канале. Самый спокойный порт Гренландии – Кангерлусауак. Во время Второй мировой войны американцы выбрали Кангерлусауак для строительства аэропорта и базы потому, что здесь лучшая погода во всей стране. А солнце и теплую погоду подтверждают климатологи ВВС. В порту мы замечаем наш дом на следующие 8 дней – экспедиционное судно. Он расположен в нескольких километрах от берега в живописной Голубой бухте. Корабль итальянской постройки весом 12 700 тонн выглядит как миниатюрная лодка среди массивных кружащихся гор. Этот чудесный корабль назван в честь знаменитого норвежского корабля, который вошел в историю, пройдя неизведанную воду к Северному полюсу. Брать лодку, чтобы добраться до корабля. К этому очень привыкаешь к концу путешествия. Всегда предупреждают, что между берегом и кораблем всегда есть бурные воды. Хотя, глядя на корабль, отражающий достаточно солнца, чтобы заставить меня прищуриться, кажется, что он сидит спокойно и изящно, несмотря на эти бурные воды. За полярным кругом это совершенно новый мир. Корабль проходит мимо айсбергов, которые по размеру не уступают ему. Они как снежинки, каждой разной формы и с замысловатым узором. Тем, кому нужны развлечения, бары и ночная жизнь, нужно отказаться от этого путешествия. Это для пассажиров, которые любят взять хорошую книгу, любоваться айсбергами и ледниками, для тех, кто хочет сфотографировать китов крупным планом, и для тех, кто любит лекции по дикой природе, географии и культуре. Благодаря 24-часовому солнцестоянию летом есть возможность наблюдать окрестности по ночам. И это можно сделать с любого места на палубе, если, конечно, не страшны морозы. В кают-компании можно слушать о любопытных наблюдениях за дикой природой других пассажиров и любых изменениях к расписанию. Интерьер корабля довольно прост, хотя главная изюминка декора – это работы члена экипажа и уроженца Гринленд Микки. Если погода будет подходящей, вам все равно не захочется проводить слишком много времени внутри, так как на корабле достаточно места на палубе. Каждый маршрут на Хартигратен полностью зависит от погоды и условий порта. Предлагаемый график выложен в начале поездки с указанием различных портов захода. На стоянках есть возможность записаться на дополнительные экскурсии, которые различаются по уровню сложности и цене от 30 до 1000 долларов. Каждый вечер проводится брифинг, на котором команда судна описывает пункт назначения, объясняют дополнительные и включенные экскурсии и вероятность того, что судно сможет или нет встать на стоянку. Большое спасибо, что досмотрели видео. Подписывайтесь и ставь лайки. До новых встреч!